Всем доброго дня, с вами смотрящик Леха. В предыдущих сериях я рассчитал и собрал строительные фермы. Позже мы подняли их на каркасную мастерскую, все надежно закрепил, постелил мембрану и сделал обрешетку. Ну и последний этап – закрыть всю крышу кровельным материалом. Немного покопавшись на участке, я нашел остатки от основной кровли, из которой буду делать капельник. Он, кстати, удачно подходит под цвет моей крыши. Закидываем на крышу страховочную лестницу и поднимаем туда кровельный материал. Я буду использовать один из самых популярных и надежных кровельных материалов. Конечно же, это наш старый добрый шифер. Начиная с 2020 года шифер стал особенно часто использоваться как при капитальных ремонтах многоквартирных домов, так и в частном домостроении. Одним из главных производителей хризотил-цементного шифера является завод Латта, Республика Мордовия. Я буду использовать 7-волновой шифер, окрашенный в терракотовый цвет. Акриловые материалы применяются в качестве защитно-декоративного покрытия при окраске волнистых листов. Краски, которым покрывают готовые листы шифера, обладают высокой укрывистостью и обеспечивают изделием пониженное потоплощение и повышенную морозостойкость. Нанесение краски в промышленных условиях по специальной технологии позволяет получать покрытие с высокими эксплуатационными показателями по атмосфере и светостойкости по сравнению с обычным серым шифером больше на 1,5 раза. В принципе, я очень доволен, что мое строение будет покрыто именно окрашенным шифером. Так это говорит о том, что здесь сценарий только один. Покрыл крышу и забыл так лет на 30 примерно. А еще этот материал абсолютно безопасен. Он полностью не горит и не распространяет огонь. А во время дождя или града он не звенит, как металлическая кровля. Поначалу я немного удивился, почему шифер популярен металлической кровли. А дело в том, что волнистый шифер дешевле. Чем больше нужно будет закрыть квадратуру кровли, тем более существенно будет выгода в пользу шифера. Срок годности шифера можно спросить у бабушки или у дедушки, так как в деревнях в основном все крыши из шифера, и они стоят уже больше 50 лет, и все с ними нормально. У меня, кстати, еще и преимущество. Мой шифер покрашен, а это огромный плюс к эстетическому виду кровли и всего строения в целом, а также еще немаленький плюс к сроку службы данного изделия. Ссылочку на сайт завода Латта я оставлю в описании.
Монтаж немножко отличается от металлической кровли. Нужно соблюдать все рекомендации. Раскладка делается как на картинке. Сначала целиковый лист, потом половинка, потом опять целиковый. Для красоты вместо стыка четырех листов в одной точке два центральных листа пропиливаются, вот как на картинке, чтобы верхний четвертый лист при закрывании не стал горбылем. Лист можно крепить как в старину гвоздями, так сейчас по-модному гвозди с шапочками есть, а я в принципе заморачиваться не стал. Я купил нормальные сантехнические глухари 15 см. Мне кажется, на глухаре лучше. Во-первых, в случае, если мы порвали, поломали, потрескали шифер, его можно аккуратно выкрутить и снять поврежденный лист. А с гвоздем, я не знаю, либо там колотить, либо что-то подставлять, так у нас не стыкуются, бывает, друг в друга, то, возможно, будут сколы. Поэтому на глухаре как-то будет, на мой взгляд, аккуратней. Во-вторых, с помощью глухарей прокладочка будет прижата лучше, чем гвоздем. Но это чисто на мой взгляд. Да, кстати, кто заметил, мой цветной шифер подобран именно в цвет моей основной кровли. А если смотреть вообще со стороны, когда полностью крыша собрана, то кажется, это вообще китайская керамическая крыша. То есть я, чисто говоря, в восторге. Вы сейчас смотрите ролик, думаете, ну вот, здорово, собрал крышу. Раз ролик вышел, значит, он не упал, все хорошо. На самом деле, был два потных момента. Первый был это вот в конце. Так как было необходимо поднять все листы сразу наверх, где-то их аккуратно разместить, закрепить, потому что монтаж шел снизу наверх. Это было очень тяжело, скользко и опасно. Возможно, тут скажут, что нужно было ставить какие-то леса, но я себе плохо представляю, как бы я там с ними по ним ползал, потому что монтаж идет не на прямой плоскости, а на поднаклонной. Возможно, просто мне не хватило опыта. Страховочный пояс максимально куда можно было прицепить, это к проводам, которые проходили мимо. Больше ближайших каких-то стопорных элементов не было, иначе бы в него запутался и быстрее бы скатился. Поэтому страховочный пояс я вообще не взял. Тут главное было действовать в обратном направлении, то есть сразу продумать, как будешь отступать. Каким-то большим чудом я смог это доделать и аккуратно оттуда слезть. На следующий день это чудо очень болело. Ну и как завершение, это конек. Я его нашел в куче барахла, немножко подшаманил болгаркой и покрасил медь. Да, это медь, камера, возможно, передает в золото. Ничего не подумайте. Закрепил его так, как советуют в интернете, чтобы воздух мог спокойно под него задувать, чтобы все влажные пары улетучивались и не конденсировали под крышей. Да, кстати, насколько я знаю, на шифере, по-моему, конденсат не выделяется. Но это не точно. Фронтоны я тоже зашил листовым шифером, окна для продухов пока не сделал, так пока точно не решил, а нужны ли они мне или не нужны.
угадать из чего? Из шифера. Обычно делают из сайдинга. По-моему, называется софиты. Менеджеры мне насчитали такую на мою маленькую мастерскую больше 20 тысяч рублей. Я немножко подумал, посмотрел, что у меня еще есть стопочка шифера, подошел к нему и сделал из него. Тем более, на одну сторону нужно всего лишь 1,5 листа. Вот так выглядит моя готовая обшитая мастерская. Ролик про фасад выйдет отдельно, когда будет готов полностью. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте, с вами был Лёха. Thank you.